средь нехоженых троп группа туристов потревожила заброшенный ров. Через год недалеко сгинули сторож и плот. Потом у коров пошел ни на что не похожий приплод. То ли птицы в лесах молчат, то ли всем кажется так. В колодцах яркие цвета, не слышно даже цикад. Толстый дьяк видел неслыханных масштабов следы. Ему не поверили, сказав, кто же их оставил, не ты? Сельского лекаря смущает рост количества гнид. Пьяный геолог не засек ход тектонических плит. Рыбацкий катер достает что-то из моря со дна. Поэт из художниками корчится и сходит с ума. Озеро илом бурлит, шрифт покрутив пальцем у виска, выставил патрули, но немыслимое внутри. Небо цвета пепла, ветхозаветной пыли клубы. В 10 лет, как забытый церковь, вьется дым из трубы. Вот тогда-то и мэру доставили 2 странных письма, что были частично нечитабельны весьма и весьма. Мэрия бы все к обману с маскарадом свела, но там были как подписи замов, так и староселя. За что удалось разобрать, с трудом графолог нашел. Не присылайте подкрепление, буду все хорошо. И все то, что раньше было не в порядке, блядь, прошло, приезжайте к нам. Я умады суп, глаза вылетают, выкидал вы ландшафт.